сегодняшнего дня, с 5 часов, мы с вами присутствуем, как вы сказали, Павел Борисович, на историческом моменте. С сегодняшнего дня в 5 часов вы ленточку разрежете. Гендиректор планеты Борис Попов продемонстрировал гостю производственные площади телекомпании. Она в эфире Оренбуржья уже 22-й год, но не стоит на месте и постоянно обновляется. Очередной этап – выход на полностью собственное вещание, без участия сетевого партнера, в рамках нового проекта ОРТ-планета. ОРТ расшифровывается как Оренбургский региональный телеканал. Новые телевизионные передачи, фильмы, сериалы увидит вся область. Для производства собственных программ и выпусков новостей закуплено самое современное оборудование, оформлено студии. Главный федеральный инспектор пожелал коллективу планеты успешного решения новых задач и, главное, максимальной объективности. Правдивость и достоверность информации, которую мы довозим. Больше позитива, чтобы было на экранах, меньше негатива. И освещать вот события, которые, к сожалению, иногда в этом году были в нашем регионе, как можно больше ближе к истине, чтобы они были.